Августовские указы главы республики включают в себя целых два медицинских, касающихся сферы здравоохранения. Как, согласно им, будут работать медицинские учреждения в Хангаласском районе и республике в целом, расскажет Виолетта Засимова. Каждый россиянин не понаслышке знает, что такое очередь в больнице. Знает еще буквально с пеленок, ведь особенно большое столпотворение бывает в детских медучреждениях. Однако государство начинает борьбу с многочисленными очередями в больницах. Примером тому могут быть вышедшие в конце августа указы главы республики Егора Борисова. В конце февраля была встреча работников здравоохранения города Якутска с главой республики Саха-Якутия, где я лично участвовал. Вот он там изложил все эти планы, дал задание министру здравоохранения подготовить проекты этих указов. И вот 22 августа эти проекты вышли в свет. С очередями должны стабилизировать ситуацию уже к 1 декабря 2016 года. Дальше больше. Будут внедряться пациентоориентированные проекты «Вежливое здравоохранение», «Стандарт регистратуры», «Стандарт поликлиники». Озвученные меры помогут повысить удовлетворенность населения качеством оказания медицинских услуг, что в свою очередь приведет к поднятию престижа и статуса профессии медицинского работника. У нас, как вы знаете, не стандартная поликлиника, а это бывшая гостиница. Но мы тоже будем проводить работы по уменьшению очередности. Это электронная запись, это запись по телефону, это создание колл-центра. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангаласский УЗ.